Единый перечень требований к установке и эксплуатации аттракционов начал действовать в России. Правила государственной регистрации передвижных и стационарных развлекательных комплексов были утверждены постановлением правительства России в конце минувшего года. Как сообщили в Главном управлении регионального государственного контроля и лицензирования края, которое будет следить за безопасностью конструкции, главная цель нововведения – сократить количество аварий и несчастных случаев на аттракционах. Все данные будут храниться в региональной информационной системе. Правила распространяются на парковые поезда, на рельсах, колеса обозрения, механизированные кресла кинотеатров, сталкивающиеся автомобили, качели, карусели, детские электромобили, а также надувные батуты, горки и лабиринты и другие. Фирмы и индивидуальные предприниматели, которые предоставляют развлекательные услуги, обязаны регистрировать аттракцион по месту его установки. При оформлении будет выдаваться государственный регистрационный знак, который содержит номер, QR-код и код нашего региона. Его следует размещать в зоне видимости посетителей при входе, пояснил начальник Главного управления Андрей Коротков. Он также отметил, что развлекательные установки и комплексы необходимо не просто зарегистрировать, но еще и проверить на соответствие требованиям технического регламента Евразийского экономического союза о безопасности аттракционов. По предварительным данным, на сегодняшний день в регионе действует около 700 аттракционов. Новые правила заработают с апреля этого года.